И всем привет! О, я снова тут. И сегодня у нас будет новенькая, прям свеженькая модификация от Кайзера, которая называется Майномод 2. Ну, вторая часть уже первая вышла, я ее просрал. Уже вышла вторая, но они как бы, ну, зависимы друг от друга. Поэтому мы сейчас посмотрим сразу же на поведение и первой, и второй части. Модификация, как обычно, необычная. Она связана с сельской местностью. Здесь меситься не нужно, дичью заниматься не нужно. Здесь нужно будет просто наслаждаться новыми локациями. Ну давай, посмотрим. Давай-ка начнем, короче, со стояночки. Давай. О, оля, какой домик. Среди деревьев и столбики. Ну давай. Так, давайте начнем по списку, чтобы как бы не огалы. Давай посмотрим. Ха, где список? О, список. Ха, здорово. Так, короче, новая локация — Круглое озеро. Я так понимаю, локация Круглое озеро — это имеется в виду именно вот это вот место. Все время в детстве, когда мы гоняли во фрирайде, я все время мечтал туда попасть. Но это же прикольное место, типа, посмотри. Я пойду, кстати, там прогуляюсь. Я думаю, машину я туда спускать не буду, она еще грохнется и все такое. Поэтому давай аккуратненько прогуляемся здесь. На этом таинственном кругленьком озерце. Деревья, кстати, стали нормальные. А то, как я помню, на стоянке такой появишься, такой смотришь вниз. Блин, сейчас бы там погулять, и смотришь, на тебя все деревья палят. Просто следят за тобой такой. Да ну нахрен, я туда не пойду, они меня еще изнасиловают. Черти. Так, ну что, теперь мы наконец-таки можем здесь прогуляться. Здесь у нас очень много леса. Это типичный мафийский лесочек, плоский такой, интересный. Там у нас тоже закрыто. Кстати, с лужицей нужно быть осторожнее. Это настоящая вода, то есть там можно утонуть. А мне как бы это нахрен не надо, я сегодня уже купался. Перевернутая телега. Похоже, здесь чуваки бухают. Причем нормально так, еще и возможно там и поспать, наверное, можно под ней. Нормально, нормально. Домик. О, в домике у нас есть аптечка, где можно за косарь. Какой косарь? Где я косарь возьму? А может быть, кстати, действительно можно и без косаря чиниться. Просто как бы у меня здоровье полное, поэтому как бы, может, на самом деле аптечка бесплатная, по-моему, я читал в описании. Интересный домик, как вы помните, здесь стоял низкополигональный старенький домишко такой, издалека он смотрелся нормально, но если к нему подойдешь поближе, это вообще капец. Кстати, довольно-таки красивый видок, смотри, такой домик, такие горы, там что-то деревья, и мой Боб Милан стоит, ля, какой красавчик. А еще вон там какая-то хрень на скале, видите? Какая-то точечка. Ну да ладно. Ну давай прогуляемся дальше. Посмотрим, что у нас здесь еще. Тут у нас какие-то камешки. Камешки. Ну-ка. Я думаю, камешки, наверное, просто камешки. Но камешки нам не дадут пройти. Вот по-любому я сейчас только наступлю, нахрен я сдохну. Поэтому давайте-ка мы это рисковать не будем это делать. А можно ли на них за... О-о-о-о. На камешки можно зайти, ты посмотри. Ля, домики. Домики, камешки, деревья. Давай. О, там проходик есть, кстати. Ну-ка, пойдем посмотрим на проходик. Ты ж, водичка, не быкуй. Я тонуть не собираюсь тебе тут. Погнали. Какой-то есть узенький проходик. Я надеюсь, что автор его предусматривал. А то парик все равно в какую-нибудь сраку залезет. Ну, давай посмотрим. Ой. Так, и там. Ну, там это ладно, это хрен бы, значит, с ним. Ну-ка. Опа. Смотри, проход еще куда-то, прям тропинка целая. Давай-ка посмотрим, прогуляемся. Или это чисто так, нычка? О, ни хрена, так это правда чисто такая нычка. Можно, короче, завалиться сюда и здесь потусоваться, походить. Но, зато я нашел тайный проход, и это меня радует. Ну-ка. Как там войти? Я ж ни хрена не бачу, не вижу. Опа. Тайная шахта, смотри. Можно поползать здесь, побегать. Бах нахрен башкой. Бах нахрен башкой. Если бы он еще сделал бы такую приколюху, что ты такой лобешником, короче, если ударяешься, то хп снимают. А так, смотри. Тоннельчик секретный. То есть, помимо открытой локации с озерком, у нас тут добавлен еще секретный такой проходик. Секретная шахта. Я не представляю, если бы это было бы в оригинальной игре, каким бы это было изумлением и удивлением прогуляться по такому. Ну, в общем-то, классно.
Мне нравится. Ну, чисто такое прям в стиле мафии. Мне кажется, даже на этом моменте можно было что-то такое необычное замутить. Представляешь, ночное время, короче, ты такой идешь. И у тебя случается скрип, как в Police Mission, где там, короче, начинается грохот, банки летают, фонари вырубаться, которые здесь бы висели. Я думаю, можно было бы личинку давануть по-любому. Я, может быть, даже даванул бы, хоть в туалет бы не пришлось идти, туалетную бумагу тратить. Ха! А это... О, тихо. Опа! Какая нычка, ты посмотри. Ну, давай. Погнали дальше. Прогуляемся по-быстренькому тогда здесь, в принципе. Ну, мне понравилось. Вот это, в принципе, это очень необычно. Просто на самом деле в игре почти вот этого всего нету. Единственный тоннельчик, похожий вот на это место, он находится около секретной горы в большой прогулке, как вы помните, где там, короче, морда. Так, погоди. Опа. О, денджер. Что там, взрываться будем или что? Так. Опа. Тут опять, смотри, надо, тут какая-то, тут не просто нахрен пройти, я смотрю. Бах нахрен башкой. Еще раз башкой. Нифига он длинный, он как будто бы, знаешь, как будто под землю куда-то мы спускаемся. Очень далеко. Опа. Тоннельчик, а ты бесконечный, что ли? На мое удивление, он очень длинный. И это еще не все, ты посмотри на него. А, нет. О, где это я? На нахрен, это где? Ого. А, это, ух ты, нифига тут какой проход. Ты смотри, там еще сверху такие типа деревяшки, как будто это раньше типа шахты было. Работящий. О, музычка заиграла. Ха, музычка. Такая спокойная сельская музычка. Ой, гребаные сопли. Ах. Так. Я помню, что в одной из модификаций здесь валялось оружие. Но здесь этого, конечно же, нет. Суть этой модификации просто побегать по закрытым локациям. Ну, не закрытым, а вот новеньким, таким необычным. Я думаю, что, наверное, здесь это чисто вот по такому каньону. То есть мы сюда, короче, такие пришли. Если что, скорее всего, даже отсюда, наверное, нельзя будет выбраться. Ну-ка. А нет, смотри, Томми ползет. Ни хрена ты скалолаз. Ага. Нормально, нормально, смотри, молодец, какой парень. Как ползает-то прям шикарно. Ой, там домик есть прикольненький. Там кто-то стоит. Эй, говна! Дурак, что ли, нахрен ты там стоишь? Ладно. Пойдем до домика прогуляемся. Не, прикольно. Ля, дурак, а? Ты что туда упал? О, алло, додики, ха! Так. А, там и менты. В смысле? Ну вы меня не видите, да, черти? Ну там только гангстеры расслабляются теперь. Валяются на земле. О, винтовочка. Ага, это хорошо. Ну-ка, погоди, я сначала хочу осмотреться здесь. Так, что у нас тут? Тут у нас домик. Ух, я не представляю, как, наверное, прикольно человеку жить в этом месте. Представляешь, у тебя просто здесь, короче, выходишь такое, здесь такая ляпота, красота. Шикарно же, шикарно. Если что, можешь со скалы сигануть, если надоест здесь жить. Так, абрес. Абрес выкинем, возьмем снайперскую винтовку Мосина. Как обычно, конечно же, у меня сбита настройка по... снайперской хрени. Я хрен это на постоянно сбрасывается. Менты, ха! Здорово! Пах нахрен, говна! Ты мигаешь, я тебя не бачу.
Я вообще могу в него попасть или нет? Но я попадаю по стеклам, и это радует. Давай перезаряжайся быстрее. Что такое? Ну, стекла, смотри, разбиваются. Причем самое интересное, что стекла разбиваются вообще все. Стреляешь в одно, разбивается аж куча стекол. Вот эта машина... А, нет. Мен! Сколько можно тебя шмалять? Короче, сейчас приду тебе и наваляю по жопе, ублюдок. А, ты смотри, бабки-то нужны. Это, наверное, не домик покупать, это, скорее всего, сейвится. Наверное. Или хрен его знает, что это за 2000. За что? Да за что эти 2000 платить? Так. Короче, это реально 2 рубля только чтобы сохраниться. Хотя, нахрен бы мне тут, конечно, сохраняться. Ну да ладно. Удобная снайперская позиция, если была бы в этой модификации, допустим, какой-нибудь экшен. То есть, здесь такой стоишь, и что-нибудь случается, что на тебя, короче, летят гангстеры просто толпой. Вон, все, вон с той дороги летят в эту скалы, короче, вниз летят. И такой со снопушки их щелк-щелк по лицу, и менты там, и прочее. Ну, чисто такое... О! Наконец-таки он свой подзатыльник положил. Задолбал у тебя стрелять. Там где-то твой друган-призрак мигающий мешал мне все это делать. Вот, ну такой он чисто тупо экшен. Начинался бы просто с той дороги, нес бы кто-то, и все бы вот просто куча машин летела бы вниз, и ты бы в них гранатами закидывал. Это было бы что-то с чем-то. Ну да ладно. Ну, короче, вот такой вот Гранд Каньон. Как бы... Ну, добавлена вот интересная такая локация. Я думаю, что если можно еще как-нибудь ее оживить и что-нибудь интересное в ней по-любому можно было бы еще замутить. Но уже все равно красиво. Этого не хватало в оригинальной игре когда-то давно. Так, погнали еще раз гоняем. Ну, нам, короче, сейчас нужно сходить на гору. Тут добавлена гора Майк Мауса, которая давнишняя, старенькая. Ну, вы ее все ее знаете прекрасно, наверное. Вот, но чтобы на нее добраться, давайте вернемся опять по этому же проходику. Потому что ехать, наверное, будет уже не так интересно. А прогуляться по новым локациям, это всегда зашибас. Так. О! Ха! На нахрен говно! На нахрен говно! О, вот и руба заработала, можно полечиться. О! Так, аккуратненько спускаемся. Томас, не падай. Не падай. Спасибо, ребята. Так, Томасина мне надо. Пополним. Да, перезадимся. Удобно, что вы здесь оказали, ребята. Спасибо вам, благодарю. Ну да ладно. Так, погнали, опять сейчас я доберусь до этого озерца. Еще раз его осмотрю. Ну, красиво, потому что смотрится. Приятно. А еще ты представляешься еще с HD ремастером. Это, наверное, вообще просто шик, блеск, огонь. Вот эти все горы, скалы. Это, наверное, вообще красота, ляпота. Будет. Так, вбираемся в эту секретную шахту. Тут хрен пролезешь. Нахрен разойдись, сосны херовые. О, все. Так, ну давайте я сейчас добегу до туда. Так, опа. Все, я выбрался. Все шикарно. Красивейший, соответственно, конечно же, озерцо. Вот это вот все как построено. Это вот тоже очень красиво. По-моему, даже в оригинальной игре было не так. Тут это Кайзер, по-моему, постарался сделать такой лесок более густой. Ну, в общем, классно. Даже несмотря на то, что это тупо такая стена, вот эта вот дальняя часть верхушка смотрится очень симпатично. Короче, красавчик. Мне нравится. Я думаю, что в этой тут еще можно реализовать еще что-нибудь такое. Уже сюжетную какую-то часть, и будет супер. И этот домик здесь смотрится просто шикарно. Я думаю, опять же, человеку, который здесь живет, будет прям, ну, супер классно. Ну да ладно. Погнали теперь у нас на гору Майк Мауса. Тем более, что не зря я сюда пришел. Тут вон у меня моя машинка стоит, мой Боб Милан. Эй, ублю... Тихо, точно. Я не хочу с ними воевать. Присаживаемся. Вот туда, скорее всего, нам понадобится машина. Потому что я помню, что она огромная, короче. И там пешком вот так вот не прогуляешься. Там лучше будет это сделать на машине. И находится она, по-моему, вон там, где вот там сеновал какой-то. А что ментам, кстати, посрать вообще? Ха, менты! Ну да, я думаю, если они такое вживую увидят, им точно будет нахрен насрать. Вот, тут у нас убран заборчик, как вы все помните. Тут у нас и начинается гора Майк Мауса. Открытое поле. Опять же, с HD Remaster мод. Надо было, блин, мне скомбинировать. Чё я не сообразил? Ну, ладно. В принципе, и так зашибась. Оу, ты посмотри, ты тут ферму целую отстроил он. Нет, здесь мы немножко сейчас с вами прогуляемся. Ну-ка, вылазь хреном.
Еще можно было поссать, было вообще шикарно. Так, тут у нас... Ну, это обычно сохранится. Не вижу смысла, честно, сохраняться. Вообще не знаю, тут же особо ничего, тут кроме его поездок, делать особо нечего. Тут у нас поставлен Бигфут, на котором можно прокатиться. Скорее всего, он нужен для того, чтобы покорять горы. Ух, забор. Ну, прикольно. Молодец. То, что тут раньше тоже стояло какое-то низкополигональное здание, он это все поменял. Деревья тоже все сделаны такие нормальные, но которые, опять же, не следят за тобой, не которые... У, сука, куда ты идешь, черт. Тут как бы это... Хорошие деревья. Молодцы деревья. А еще вот если еще будет здесь травку из второй мафии, которую, как вы помните, я снимал карту первой части во второй мафии, где там все было в траве. Вот это было бы красота. Я не представляю, сколько это было бы круто. Так, ладно. Я вот не знаю. Ну, блин, давайте я на Боб Милане проеду все-таки. Бигфут это, конечно, хорошо, но мне что-то подсказывает, что я на своей просто именитой машинке, которая со мной уже на протяжении стольки лет, на которой я все время гоняю и обозреваю модификации, я думаю, что мне и на ней будет хорошо. Так, здесь вот надо будет осторожнее, потому что на самом деле я не помню, как здесь и что так. Потому что здесь вот я вижу какая-то травишка. Вот, допустим, это, которая ведет к аэропорту. Ну-ка, давай прокатимся. Тихо. Опа. Сейчас надо будет осмотреться внимательно. Ой, какая красота. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Там у нас открыто целое поле. А, это вот оно где. Ха. Сейчас бы кого-нибудь гангстера бы завести. Вон они едут, ублюдки. Ублюдки, убьют нас всех. Жопа. Ты что, не understand? О, еще один, ты посмотри. Давайте, сука, возьми. Никого. Как он попал? Ты что, уел, что ли? Слышь, снупер. Снипер, херов. Пошел ты. Ни хрена он меня попал как. Нормально, нормально. О, мент. Менты, вам вообще насрать? Вы как бы не understand, что там по вам стреляют? Здесь какие-то менты пассивные, а? Пассивные. Эй, черти, кто из вас актив, кто пассив? О! Похожий водитель. Ну да ладно, зашибись. Ну хоть менты. Еще бы, конечно, вы поднялись бы, не по тревоге. Там, я представляю, на гору заезжает, там ОМОН, блин, на... Тихо! А, придурочные тачку себе перевернули. Ну да ладно. Так, гробовозка. Не, ну ладно, на красоты мы посмотрели. Прекрасная гора. Там вон тоже гора, которая появляется, когда на нее не смотрю. Когда нас спалю, у, сука, спрячься. У, сука, появись. Спрячься. И красивые поля. Прикольненько. Да хватит там нахрен шмалять. Ты что, дурак, нахрен ты там стоишь? Все. Ладно. О, загудели, загудели. Но я думаю, вы все равно меня не найдете. Поэтому пошли вы. Я даже могу стрельнуть ради вас, чтобы вы... Да, слепые, короче, я вас понял. Нахрен вы пошли все. Так, аккуратненько теперь. В принципе, я понял. Там у нас дорога там. То есть я здесь, по идее, упасть никак не могу. Надо разработать план, как заехать. Я прям, честно, не помню. Это было так давно, когда я это все делал. Я то, что снимал уже, как я гонял по горе Майк Мауса. По-моему, это было где-то вот так. Тихо! Миланчик! Оу! Тихо! Главное не перевернуться, главное не перевернуться. Давай, 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 малышка, давай. О, домик, здорово. Ни хрена домишка, что за сарайчик такой здесь? О, тупо такой сарай скучающий. Ну да ладно. Я даже не знал, что он здесь есть. Ух ты. Ни хрена себе. Тут даже какой-то проезд есть, ты посмотри на него. Ты. Интересно, у тебя он здесь был всегда или нет? Тут какая-то вообще гора, ты посмотри. Нифига он прям везде ехать может. Тут гора с каким тайным проходом. Это прям настоящие таинственные какие-то подземелья мафии. Блин, сколько из всего можно сделать из мафии? Это вообще поражает. Ну-ка, погоди, дай пройдусь, то... Там хрен прогуляешься на машине. Здесь у нас просто это. Здесь прям неплохо. Ну это ладно, туда я приехал. Там, получается, у нас был вход в эту какую-то необычную пещеру.
Чисто повезло, я поэтому ее и спалил. Сейчас бы где-то машину... А, вон она. Я боялся тачку потерять. Так, место водителя. Так, поехали дальше. Не вижу ни хрена вообще. Так. Так. Опа. А я? Честно, я без машины прям вот не хочу. Я потом... Что я буду делать потом без тачки-то? Поэтому я его оставлять не хочу, поэтому... О, тут еще и лужица есть, ни хрена себе. О, вот это я тормознула вовремя. Ого. Ну, эта водичка, я думаю, скорее всего, тоже, которой лучше не прикасаться. Правильно? Правильно. Сейчас я даже стрельну. А, нет, ты подожди. А, нормально. О, можно искупнуться. Ура! Хайф. А поссать где-нибудь можно? Я ж купаюсь. Блин, где скрипт описать? Как можно искупаться и не опасаться? Нормально, нормально, все, мне нравится. Так, теперь самое главное отсюда выбраться, кстати. Где тут выплыть можно? Все, я искупался, мне зашибась. Аккуратненько выходим. Ну, супер. Прям, скажем так, много вот чего-то такого нового, чего не было ранее. Все больше и больше с каждым годом в мафии что-то такое добавляет. Мне кажется, на основе этих вот этих вот даже местностей можно было вот даже что-то неординарную какую-то модификацию сюжетную придумать. Нестандартную для этой игры. Ну, какие-то горы, какие-то там подземные жители, там, например, или там пещеры. Ну, чисто прям в другой эпохе что-то такое. Ну, например. Ну, ладно. Так, ну, интересную гору мы посмотрели. Ой, гору эту, интересную пещеру. Возможно, вот даже вот я сейчас посмотрю, это кайзер добавлял или не кайзер добавлял. Так, подожди. Так. Так, 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 ща. О, да, это сделал кайзер эту пещеру. Вон, у подножия горы есть пещера, в которой имеется небольшое озеро. В нем можно побродить по дну среди водорослей. О, красавчик, молодец. Пещера достойная. Так. Ладно. Самое главное теперь что? Гора Майк Мауса. Надо ли нам туда забираться, если мы не видели? Я думаю, наверное, что надо. Так что давай попробуем это сделать. Давай выходим сюда. Ну, пещера класс, мне пещера понравилась. Очень необычная, очень приятная. Да! Ёба во вторую мафию. Я говорю, вот это вот с травками из второй мафии, я все как это было бы очень красиво. Жалко, это, видимо, не очень просто переносить подобные локации во вторую мафию. Так. Повыше, повыше, ребята, повыше берем. Ну давай, давай. Ага. Сейчас, собственно, я туда заберусь и посмотрю остальные нововведения, которые я еще не посмотрел. Просто надо уже вот с этим закончить. То есть я хотел добраться до горы Майк Мауса. Надо на них наконец-таки на нее забраться. Ну, красота, а? С дальностью прорисовки это выглядит еще круче. Я думаю, что это вон она, наверное. Серая, да? Нет? Или, а тут что такое? Что это такое? На! А, это забор нахрен хренов. Я думал, это какие-то флажочки маленькие стоят. Так, осталось немножко, в принципе, преодолеть. Мне кажется, навряд ли бы я на Бигфуте это сделал бы прям в разы быстрее. Грёбаные супли достали, черти. Так. Аккуратненько, вот последние рывки и остались. Давай, Бобчик, давай, Бобчик. Опа. О, птички зачирикали. Я сейчас услышал. Ну давай, 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 давай. О, залезает. О, красавчик, какой молодец. Умничка. О, там вышка какая-то стоит, смотри.
аэропортик. Вот она. Наконец-то. Опа. Шо такое? Собственно. Там ветерочек уже сдувает. Прекрасно. Тут у нас построил Кайзер вышку. Радиовышку. Даже где-то он разместил винтовку Мосина. Так. Ну, это у нас не юзабельно. Слышите ветер? Прям так вот свистит нахрен. Так, ну что, гора Майк Мауса. Она когда-то давно, несколько лет назад, я уже на ней побывал. Вот, но побывать еще раз, вспомнить, как это было. Не, ну конечно, то, что вот эти вот всякие щели там торчат и прочее. Я думаю, разработчики игры не предполагали, что когда-нибудь там Майк Маус решит замутить, короче, такую гору, на которую можно забраться. А потом еще и какой-то кайзер там, короче, решит поставить здесь радиовышку и такой скажет: парик, иди-ка видос сними. Ну и я такой: а, ну давай. И все, и заснял. Вот такие дела. Также. Так, теперь давай ознакомимся, собственно, что нас еще ждет. Так. Ляпота, красота. Где будет красивше? Вот так вот нормально, мне нравится. Так, так, так. То, что он заменил все спрайтовые деревья, вы это уже видели. То есть все деревья там не палят. У, сука, за тобой. Они все нормально, короче. Вот. Лесочки он сделал. Как видите, вот эти вот леса, которые длинные. Раньше они отображались только в одну сторону, то есть со стороны дороги. Когда ты едешь, ты их видишь. Но если ты как-то перебирался за стену, там просто ни хрена не было. Сейчас он сделал так, что теперь они, короче, все виднеются с обоих сторон. Молодец. Вот. Также то, что он заменил домики на более красивые, более полигональные. Это хорошо. Ну вот, опять же, про лес, который я вам говорил, что лесочки теперь все более качественно проработаны, более хорошо сделаны. Вот тут прям вообще видок красивый, там деревья что-то пересекаются, ну прям хорошо. Теперь, ну, про автотрафик это понятно, вы видели, что там гоняет и гангстеры, кто-то там еще, вот и все такое. Вот, пещерку мы посмотрели. Так. Ну, короче, тут все остальное, это мы уже все с вами это посмотрели. Ну, неплохо. Очень интересно, как бы именно вот в плане, это действительно что-то новое. Когда ты что-то необычное, когда ты видишь что-то стандартное, это как-то такое себе. Но когда ты видишь что-то такое, чего не было в других модах, допустим, вот эти вот интересные пещеры. Пещеры действительно необычные. Когда в мафии вообще были какие-либо пещеры, кроме секретной, которая была... Ой, я надеюсь, я не пизда. Бах, нахрен. А, мне, кстати, пизда. Хай. Да. Ну да ладно. То ли когда ты видишь там что-то реально прям обычное, а тут прям, во-первых, какой-то проходик такой нестандартный. Да ёпта, я только приземлился, только появился, уже разбил тачку. Ну типичный парик, ёпта, ну пожалуйста, верни мне. О, господи, врача. О, спасибо. Вот, то ли когда ты... Ой, блин, я уже из этой хрени, что меня отвлекает на всякую байду. Тут что-то необычное, что-то новенькое. Это, возможно, в будущем еще можно реализовать что-то такое более необычное. Но уже классно. Это оживление, это атмосферность, это классно. Собственно, мне понравилось. Очень приятная модификация. Без дикости, без всего. Но дикости как бы добавить, я думаю, что еще можно поразвлекаться. Вот такие вот, ребятки, дела. Так что на этом давайте пока что с этой модификацией закончим. В принципе, я все... А, блин, подожди, закончим. Ты я курил, что ли, погоды? Я кое-что не сделал. Так, ребята. Сейчас, one moment, blood. О, вот что еще последнее я забыл. Вторая скрытая тайная снайперская винтовка для вот этой позиции, что, короче, тут можно так вот взять. И такой, эй, говна, где кто? Где кто? Опять же здесь спустить кучу гангстеров. Это же не гангстеры. Просто он какой-то черный. Да, это не гангстер. Эй, вы где? Ну хоть один, ну черты. То у вас нахрен, когда не надо, вас дохренища, то у вас вообще ни одной хрени нету. Ну-ка. А, опять нет. Гребаные зеленые ульверы. Где кто? Ни ментов, никого. И это тоже не гангстеры. Ну, короче, ладно. Суть вы поняли.
что здесь можно и таким образом, типа, побеситься, ой, помеселиться там и прочее. Но теперь уже точно можно закончить. Теперь уже основные моменты. Я посмотрел основные моменты, я рассказал, и основные моменты вам показал. Вот. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Всем спасибо. Всем пока.